Это значит хороший финал. Я считаю, финал хороший тогда, когда почти подрались, но не подрались. Вот, тогда финал хороший. Ну или если кому-то прилетело слегка по уху или под затыльник, тогда финал такой, запоминающийся. Реально было круто, большой респект, пацаны. Прошу сейчас всех встать, дабы было супер круто. И там, кто сидит, тоже прошу всех встать. Всех прошу встать, а кто стоял, может сесть. Наверное, так. Шучу, все будут стоять, и мы с 10 до 1 посчитаем, чтобы было прям вот круто. И когда у нас прозвучит цифра 1, судьи покажут на команду, которая занимает первое место, и мы заорем счастливы. И это 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.